Дорогие друзья, всем привет! Находимся на тренировке. Сейчас вам покажу классные упражнения для новичков. Чтобы отработать, пролазим между ног и бросок через бедро заканчиваем. Как бы разрабатываем ручки, ножки и элементы броска изучаем. Давай. Ваш партнер стоит спиной к вам. Вы проползаете между ног. Забираете руку и шею, поворачиваете. Делаете бросок. Потом ваш партнер этот же прием делает. Давай. Второй раз в другую сторону делаем бросок. И влево, и вправо. Ты зашел, и надо тянуть сильно руками. А что, так можно было, что ли? Следующее классное упражнение из рукопашки, ребята. Кувырок и удар ногой в голову. Хай-кик. Посмотрите. Теперь, партнер. Давай. Не надо так, что лицо. Давай, В этом задании мы отрабатываем, во-первых, гимнастику делаем, кувырок вперед. И во-вторых, отрабатываем удар ногой в голову. Вот такая вот комбинация из рукопашки. Очень классное упражнение, ребята. Возьмите себе на заметку.